распределительная трубопроводная сеть это о кровеносной системе есть еще очень специфическая система трубопроводная у морских иглокожих у морских звезд которая имеет роль ну скажем так по нашему гидропередачи да вот у нас есть так сказать мышцы а у них есть вот эта вот система Жидкостью наполненных каналов используется для вот, управления движениями лучей звезд. Да? Лимфатическая система тоже трубопроводная сети. Вот кровь, кровеносная система. Ну, вы знаете, естественно, кровеносная система, трубопроводная система, как-то вот не могла вписаться в одноклеточное существо, негде там разместить все это дело. И несмотря на то, что циркуляция перемещение. Масс, масс внутри клетки имеет место быть в одноклеточных организмах Помните, мы говорили с вами о, о таком замысловатом движении организма За счет э, в одном месте концентрации раствора, в другом месте разжижения Вот этой внутриклеточной массы, которая называется плазма Но да? вот это, вот. Ну, ну это совсем не то, это ничего подобного первые такие вот более-менее полноценные кровеносные системы, вот, как я вспоминаю, у кольчатых червей уже есть. Упорно, упорно значит, книжки по биологии отрицают существование сердца у, у этого самого червя. Нет, говорит, у него сердца и все. Вот у, у таракана сердце есть, а у червя сердца нет. Значит, ну давайте сейчас разберемся, вот так честно. Ну, понятное дело, у биологов у них есть строгие термины, что называть сердцем, что сердцем нельзя называть. Но вот, честно говоря, по-простецки, для тех, кто не сдает экзамен по биологии, а просто хочет разобраться во всей этой муте, сердце это насос, который гонит кровь, ну, жидкость по внутри организма. Насос такой достаточно сложно организованный, вот у всяких высших живых существ там многокамерный насос, несколько кругов обращения есть, ну, вот у вот таких организмов, как млекопитающие, присмыкающиеся. А, а у червя это просто, ну, скажем так, перистальтика сосудов. Вот так вот. Что такое слово перистальтика знаете, да, в связи с изучением работы кишечника? Вот примерно то же самое. Ну, что значит перистальтика сосудов? Ну, назовите вы спинной сосуд в черве сердцем. Вот он качает вот у него есть два сосуда спинной и брюшной. И все, вот будет нормально. Зачем им, им этим существам червям потребовалась кровеносная система? Оказывается, несмотря на то, что им захотелось более активную жизненную позицию занять. Ускорить обмен веществ. Тело разрослось. Вот наш кольчатый червь, ну, наш самый популярный кольчатый червь, это земляной червь. Да? Пиявки тоже подносятся к кольчатым червям. Медицинские пиявки можно купить значит, в магазине. Есть еще такой австралийский червь. Он так называется, австралийский червь. В общем-то, внешне полный аналог нашего. Дождевого червя, но очень большой. Это толщиной, как колбаса, а длиной ну, говорят до 5 метров доходит. В общем, такое вот безобидное существо, живущее под землей. Ну, в общем, грубо говоря, был очень сильно увеличенная копия нашего земляного червя. Грубо, конечно говоря, но это не наш земляной червь, это отдельный вид. Вот. Вот, ну, представьте просто за счет диффузии. Не обеспечишь в таком организме передачу питательных веществ и кислорода ко всем клеткам. Дыхание поверхностное, кожное, естественно, влажная кожа. Вот там происходит воздух... обмен кислородом и углекислым газом. Значит, нужны какие-то носители. Носители для него. Ну вот, избрана была в качестве носителя кровь. кровь. Кстати говоря, тогда же появились и эритроциты. Вот это вот эритроцит, ну, по-нашему, по-простейски это червяк, а по науке это называется полихета. Вот это вот, червя... это вот эритроцит полихеты, пожалуйста. Вот это один из, из самых древних значит, вариантов эритроцита, который существует. Эритроцит, кто, не, кто забыл, это такое форменное образование клетки, которое переносит в нем кислород. В нем оно содержит... Вещество. У нас это называется гемоглобин. Ну, гема – это кровь, а глобула – это, значит, белковая молекула, такой клубочек, даже звучит глобула. Вот. А, содержит... Революционная Револю... революцию В эритроцитах сделали э, в млекопитающие, они отказались в эритроцитах от ядер. Наши эритроциты – безъядерные клетки. Вот. Тут еще ядра есть, вот посмотрите, вот эта черная точка, вот я вам сейчас покажу ее, это ядро этого эритроцита. И вот у всех, э, значит, на, по, по, с тех пор вот идет развитие э, кровеносной системы, э, развитие вот этих самых форменных, это называется форменное образование крови, вот одно из них, эритроцит. И идет все это по, в направлении повышения концентрации гемоглобина, увеличения скорости кровообращения. Увеличение значит, массы гемоглобина внутри одного эритроцита, вот, вот это все идет постоянно технологические соревнования, причем очень эффектное. Дело в том, что такое ну, очень приятное соревнование, потому что в нем там не на, не на десятки процентов новая каждая, скажем так, разработка природы дает возможность увеличить улучшить кровоснаб... кислородоснабжение, да? скорость снабжения кислородом, а в разы. Это очень такое вот место, где ну, такая отрасль, отрасль в организме, которая очень отзывчива на нововведение. Ну так вот, вот тогда-то появились первые системы кровообращения. Вот они. Значит, различают две системы. Два типа систем кровообращения. замкнутые. Вот у нас замкнутое, у дождевых червей замкнутые. Это то есть есть сердце, ну, условно говоря, вот этот вот спинной сосуд его сердцем не велено называть биологом. Спинной сосуд значит, червя кольчатого значит, который гонит кровь. Кровь попадает из этого из, 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 так сказать, сердца в артерию. По артериям она распределяется в нужном направлении. Ну, где-то идет в легкие, где-то идет в ткани тела, чтобы снабжать его кровью, а через вены собирается по венам кровь и подходит к сердцу. Значит, в замкнутой системе обращения э, ну, так вот непосредственно можно так вот продлить такую вот цепочку трубопроводную. Это вот сначала труба называется э, артерией, а потом начинает называться уже веной. Вот. В каком-то момент. А есть разомкнутая система кровообращения сердца, которая просто все прокачивает в нужном направлении. Вот она, скажем, в нужном направлении прокачивает, загоняет э, в... Э, органы, обогащающие кровь кислородом. Вот там приходится загонять туда вот эту вот жаберную артерию или хотите легочную артерию, а потом э, открывается во внутреннюю полость организма. Так бывает у э, у тех э, у членистоногих, у насекомых. У них даже кровь это не всегда можно назвать в нашем смысле слова, потому что, э, собственно говоря, вот э, кислорода несущих соединений не всегда они там есть не у всех вот как-то вот всегда тяжело систематизировать членистоногих у паука например открытые системы кровообращения то есть прокачивает это вот ну сердце уже у паука уже есть сердце однако я вот вам найду покажу картинку так сказать, с паучьего сердца вот у насекомого тоже есть сердце у них э, проще им живется дело в том что у насекомых э, снабжение воздухом э, осуществляется с помощью, так сказать, трахей. Трахеи подходят, трубочки такие маленькие, подходят во все части организма. Вот. И снабжают воздухом. То есть проблема снабжения э, воздухом через растворенный, через растворенный в, в крови кислород, она перед ними не стоит. Эта жидкость внутренняя, ее иногда называют лимфой, лимфа, так иногда называют. Все-таки там в, у некоторых членистоногих есть там, значит, функция переноса кислорода крови. Вот такое вот разно, разнообразие, разнобой конструкции. Нет такого вот одной какой-то системы простой, к сожалению. Но ничего не поделаешь. Так, ну, полюбуйтесь на, на червя земляного, на его, на его структуру. Два сосуда у него есть брюшной, спинной. Вот спинной сосуд в какой-то мере выполняет функции сердца. Он прокачивает ее, эту самую кровушку. Вот. Прокачивает кровушку. Так, вот больно хорошая картинка, хочется вам ее показать. Ну, может быть, увидите ее. Вот она, хорошая картиночка. В каждом из сегментов, да, он же кольчатый червь состоит из отсеков, как корабль, да, каждом из этих сегментов есть еще своя вот такая кольцевая система. От значит перетекание идет крови от одного от, от спинного к брюшному, да, вот видите вот перетекание и снабжает все внутри расположенные ткани ткани этого организма кровью. А ткани так и достаточно там их много, там мышечные волокна есть, вот там вот, снабжать кровью нужно. То есть и питательные вещества. И все прочее. Там так вот перемещается. Передача питательных веществ. Ну, это система циркуляции внутри сегментика. Пиявка в разрезе. Ну, хочешь, что это было более интересное, простое и хорошее. Сейчас мы вам покажем. Простое и хорошее. Рак. Обычный речной рак. У него есть жабры. Поэтому у него система кровообращения не может быть совсем уж открытой. Она называется полуоткрытая. Все-таки часть органов э, не снабжается с помощью вот каждому органу капилляр кровяной. Да? Нет еще капиллярной сети, как у млекопитающих, как у людей нет такой капиллярной сети. Значит, кровь омывает внутренние органы рака. Вот этим вот она занимается, омыванием. Хотя сердце прокачивает кровь через жабры под давлением, под напором. Кстати, чем выше давление, тем совершеннее система кровообращения. Вот самых высоких уровней давления достигли млекопитающие. Соответственно, быстрее скорость кровообращения. Это, это прогресс. Но, правда, есть такие люди, у которых повышенное давление. Но в медицинских книгах 19 века о повышенном давлении у пожилых людей говорили, ну, как о некой защитной функции организма. Что сосуды у старых людей... Малоэластичные, изнутри покрыты отложениями, скажем так, по-простецки бляшками, да, как сейчас говорят медики. Вот. Поэтому, чтобы через них прокачивать кровь, нужно повышенное давление. Говорит, нормально, это повышенное давление, это говорит хорошо. Ну, наверное, надо продолжать соглашаться с врачами 19 века. Повышенное давление – это хорошо. Плохо, что для его создания приходится форсировать работу сердца. Сердечный мыс – это плохо. Вот, вот такая вот вещь. Действительно, каждый гипертоник знает. Ну, я, я гипертоником одно время был. Значит, если сбить давление, то ощущаешь слабость, тяжело потому что не хватает недостаток кровообращения испытывается в этом случае. В случае, если удается сбить давление. Вот так вот. Ну ладно, а у раков, если у них давление, нет ли давления, они не жалуются. С ними установить контакт на этот счет не удалось. Если давление, как это у нас название болезненного состояния, давление, да? повышенное артериальное давление. Сердце рака, вот посмотрите в разрезе, сердце рака. Вот оно, сердце рака. Кстати говоря, не так уж давно люди поняли, ну, все-таки тысячелетия прошли, что сердце, сердце, это орган, отвечающий только за кровообращение, что он не занимается, скажем, там, мышлением, думами, волнениями. А то такое было мнение, что вот сердце у меня тебе болит, да? Действительно, когда мы волнуемся, это отражается на работе самого нагруженного органа нашего организма, вот когда о то волнуешься, вот я всегда вот тут вот что-то чувствую, да, вот как-то вот неприятно, да, вот кто-нибудь скажет мне что-нибудь, я вот там вот что-то такое чувствую в сердце. Вот. Ну и так люди думают, вот и в сердце, вот мы волнуемся, вот горячее сердце, вот любовь с сердцем связывали. Ну на самом деле это вот внешнее только проявление. Ну ладно, вернемся к делу. Видите, какое сердце у рака состоит из мышечных волокон. Оно и у млекопитающих, кстати, из мышечных волокон, исключительно плотные мышечные волокна, очень хорошо кровоснабжающиеся. Да, вот так вот постоянно должны работать в течение долгих лет жизни без остановок. Остановка сердца ⁇ это ЧП, это клиническая смерть, так вот называют. Вот представляете, какой надежный аппарат был создан. Вообще, немножко отвлекаясь вот от этой мути, я вам другую мути сейчас разолью. Понимаете, те технологии, которые использовал создатель в разработке нашего организма, они совершенно другие, чем те, которые мы используем в технике. Нет у нас таких возможностей, которые вот есть у биологических существ. Мы когда что-то пытаемся заменить, да, ну вот скажем, поставить искусственное сердце вместо, вместо сердца некий насос. Да, поставить. Мы очень примитивно все это делаем. Мы это человечество. Вот представьте себе какой-нибудь автомобиль. Ну, нормальный такой автомобиль. Может, Волга, может, BMW, может, Mercedes. И у него передние колеса пришлось заменить. И заменить их пришлось не на колеса, там, какой-нибудь другой машины. И даже не на колеса а от телеги. А вот поставить такие деревянные лыжи приделали, мы тяп сделали, вот поедет машина, задние колеса будут толкать, да? вот так и все наши доработки, которые мы делаем для человеческого организма. Это вот примерно такие же вот лыжи на передних колесах. Вот. Поэтому лучше не болеть, лучше беречь то, что уже есть. Вот. Замены нет. Запчастей, к сожалению, человечество еще не придумало. Вот так вот, к сожалению. Ну ладно. Вот оно, обещанное сердце таракана сердце таракана, цепочка, значит, таких, как бы сказать, желудочков, желудочков, которые проталкивают, проталкивают кровь. Каждый следующий желудочек – это такой маленький насосик, создает предварительное давление, да, в следующем насосик, в насосик давление повышает, и так вот гонит кровь. Вот такая вот система насосов, которые прокачивают кровь по организму, да. Ну, условно-то все-таки говорят о кровообращении, о направлении кровообращения у, о, у членистоногих. Все-таки есть такое кровообращение. Почему-то всегда у, у всех членистоногих и у червей э, начинается с головы. То есть дав, под давлением кровь подается в голову, а потом растекается по всему организму. Так уж повелось, что у значит, вот, жабры в передней части находится организм, правда? У рыб впереди, да? ну, вот такие, вот такие вот, вещи. Вот они, сердца разных членистоногих. Тут и паук, и все, ну, все одинаково устроены, да? Видите, по сути дела, это такой же пульсирующий канал, да? Значит, чем отличаются сердца членистоногих от сердца, от сердца, скажем, червя сердце червя это сплошная трубка а тут трубка глухая вот она с одного конца она закупорена как, как это называется слепой отросток да? слепой отросток кровь поступает с боков вот он как бы вот у, него, у него фаза расширения там клапаны в этом сердце есть фаза расширения всасывается из окружающей это сердце значит, полости внутри организма вот эта самая гема лимфа внутрь, да? Фаза сжатия, уже тут клапанчики закрылись, сюда он выходить не может, как говорят, система ниппель, да? И гонится кровь сюда, вот вперед, да? По артериям растекается, куда, куда следует, да? Ну вот, вот все эти аналогичные ситуации с боков дырочки вперед гонит. Вот такая вот очень эффектная, судя по количеству повторений, система для, для накачки крови. Вот у всех этих членостоногих идеи вот одна и та же. Скорпион, у него вот такой вот длин, большое сердце, можно сказать. Сердце вдоль всего организма. Вдоль всего организма его, причем при вскрытии, очень трудно отличить от, от кишечника. У него кишка параллельно сердцу идет. И вот кишка вот, вот она идет вдоль всего организма до самого хвоста, а сердце только в туловище, вот здесь вот. И то же самое прокачивается значит, гемо-лимфа. Но, как вы помните, у пауков у них еще есть легкие. Легкие, но они совсем не так важны для пауков, как для, ну вот как для лягушек, как для присмыкающихся. Дело в том, что у пауков снабжение кислородом, оно, так сказать, двойное, дублируется. Легкие выступают в качестве дополнительного такого вот органа в придачу... К трахеям. По трахеям воздух за счет диффузии поступает, а в легких происходит обмен вот с этой самой гемолимфой, кислородом, которая потом омывает внутренние органы значит, организма. Вот, вот такая у него двойная система. Ну, что, естественно, позволяет пауку быть э, королем среди членистоногих. Кто у нас все хищники? Пауки в основном, правда, замечали, паук как уж схватит кого-нибудь в свои цепкие лапы, как муху катуху так не отверчишься. Вот, вот, это, вот это сразу получился выигрыш у паукообразных, потому что усиленное снабжение кислородом, усиленный обмен веществ. Но, правда, еще обратите внимание, обмен веществ может считаться усиленным по-настоящему, когда нужна специальная система охлаждения организму. Вот, это так называемые теплокровные, говоря по-простому. Вот птицы и млекопитающие это теплокровные существа. У нас такой мощный обмен веществ, что перед нами, перед птицами, перед людьми и перед млекопитающим, простите, встала проблема, как регулировать температуру тела, как охлаждать его. Перед всеми другими живыми существами такой проблемы, ну, по крайней мере, так остро не стояло. Там как бы разогреться, да? Помните, впадающих в оцепенение в холодное время насекомых, так сказать, сонных ящериц в лесу, лягушек сонных. Это вот все вот за счет того, что им бы разогреться надо. Им не хватает тепла. Нам тепла внутри себя хватает. Мы еще отдавать его должны. Но об этом потом несколько. А... У. У моллюсков, опять же, моллюски идут к нам по, по пятам, существует такая доста весьма совершенная система кровоснабжения, замкнутая система кровоснабжения. Даже у тех вот улиток, которые ползают по полистям, у них тоже уже очень хорошая такая замкнутая система кровоснабжения. Вот посмотрите на эту улиточку, э, так сказать, слезняк, тех, кого мы называем слезняками, да? вот, у него внутри, тут раковина снята, под раковиной вот его это тело, скрученное в спиральку. Видите, оно все пронизано сосудами. Сосудами, причем есть сосуды, которые явно работают как собиратели клеточной жидкости. Да? Это вот предвестник нашей лимфатической системы. Что такое лимфатическая система млекопитающих? Это система, несколько дублирующая систему кровообращения кровоснабжение. Кровь у нас э, движется по э, значит, трубопроводам для нее, распределяется по клеткам с помощью капилляров. А вот эта вот внутритканевая жидкость, избытки ее, они могут попадать непосредственно через капилляры в, в, в кровеносную систему, а могут собираться отдельный, такой, я бы сказал, ну, канализационной, что ли, или системой стоков, которая у нас отделена от кровеносной системы. Она с ней не пересекается вот так вот во многих местах. Но, однако, все эти стоки лимфы, в конце концов, нельзя сказать, что самотеком, но, опять же, за счет, так сказать, перистальтики этих самых трубочек, этой лимфатической системы лимфы, поступают значит, в вены и идут в сердце. Медленно-медленно вот, добавляют, разжижают кровь. Значит, недо... Снабжают ее э, дополнительно водой. Да? Жидкостью внутриклеточной. Это не, не совсем вода, это внутриклеточная жидкость. Внутритканевая, простите, жидкость. Ну и внутриклеточная тоже. У нас есть такое слово гомеостаз. Слово ученое означает оно постоянство условий внутренней среды организма. Вот кровь и вообще система обращения, система кровообращения играет в этом отношении фундаментальнейшую роль. Нужно, чтобы во всех клетках организма поддерживалась постоянная кислотность, постоянное соотношение вот этот вот pH. Да? Почему? Потому что реакции у нас сложные идут органические высокомолекулярные вещества вступают в реакции причем в условиях когда это фермента ферментативные реакции ферменты действуют на них то есть катализаторы органические и вот работа органических катализаторов настроена очень сильно зависит от а, кислотности окружающей среды от pH того самого помните а Минус, логари... минус десятичный логарифм концентрации и... ионов гидроксония. Да? Вот. вот так вот. Вот такое вот есть понятие. Это мы из химии когда-то с вами цепляли. Так вот, надо поддерживать ее постоянным. Буферные растворы. Помните, мы с вами на химии о них говорили? Буферные растворы, которые, значит, всегда есть в этих растворах, буферных, два относительно плохо диссоциирующих вещества. Одно диссоциирует, образуя, значит, при этом дополнительные, дополнительные, так сказать, OH-группы, другое дополнительные ионы водорода, H+. И таким образом значит, регулирует э, pH внутренней среды. Все это вот входит в состав крови, то есть гемолимфы у насекомых, э, у ну, У нас это крови. Гемоглобин у нас в поддержании этого участвует. Э, гомеостаза. Да? Статика. Да? Стаз. Гомеостаз. Гомео- это значит кровь. Значит кровь должна иметь постоянный состав, постоянный pH. Иначе это очень значит, плохо повлияет на характер обмена веществ. Вот Лучше всех научились регулировать свой гомеостаз, это именно млекопитающие существа. Ну, Перейдем, наверное, к, к хордовым, то есть то, что по старинке мы привыкли называть к позвоночным по позвоночным уже без сердца удается обойтись одному только ланцетнику, ну так называют. Вот ланцетник, у него сердца нет, система кровообращения есть, она вроде как эта система кровообращения не занимается переносом кислорода. Кровь у ланцетника белая, в ней нет вот того, что мы называем гемоглобином, то есть вещества, связывающего кислород молекулярный. Вот нет его там. Но для циркуляции Значит, питательных веществ для выноса продуктов, обмена веществ, шлаков, вот нужна эта система, кровь ланцетника белая. Вот так вот с гордостью пишут учебники. Ну, ланцетник это вот такое вот исключение из, из общего правила. У всех прочих, так сказать, хордовых, начиная с, с круглоротых, ближайших родственников ланцетника, у них кровь уже имеет гемоглобин. Вот. вот так вот. У каждого, конечно, свой тип этого гемоглобина, свой тип свяживающего вещества. Но вот он там, значит, есть. Так. Давайте сейчас посмотрим про систему кровоснабжения рыб. Она у них очень разнообразна, система кровоснабжения рыб. Дело в том, что рыбы по-разному дышат. Есть рыбы, которые дышат только с помощью жа жабер, да? так, наверное, надо говорить. Есть двоекодышащие рыбы. И есть рыбы, которые имеют легкие. И есть рыбы, которые имеют, как бы сказать-то, кишечное дыхание. Они еще дышат кишечником, умудряются дышать. У них еще в кишечнике происходит обогащение крови кислородом. А поэтому у, них, у рыб, у первых, появилась проблема что одним кругом кровообращения здесь не обойтись. Больно в разных местах находятся потребители и поставщики кислорода, чтобы одним кругом кровообращения, как у ракообразных, скажем, можно было отделаться от природы. Приходится несколько кругов кровообращения, тут же возникает новая проблема. А что, для каждого круга кровообращения свое сердце, что ли, ставить? Нет. Нет. То есть... Сердце везде одно, и в сердце происходит смешивание крови, поступающей из разных кругов кровообращения. Вот оно частично смешивается, там, да, понимаете? Вот такая вот интересная э, ситуация, когда насос вроде бы общий качает кровь, поступающую через разные предсердия, скажем так. Ну, предсердие ⁇ это медицинский термин, его не, не ко всем животным можно отнести, не у всех животных это называется предсердие, я вообще не, не люблю. В этом курсе используют медицинские термины, ну мы же в муте разбираемся, понимаете. А лишний медицинский термин только все затрудняет. Так вот, количество этих вот предсердий или, скажем так, входных, входных отверстий в, 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 в насос, оно определяется количеством жа жабер, да? сколько жабр, да, сколько вот их столько и предсердия. От каждого идет свои, значит, на входе. Вот, значит, приходится смешивать кровь уже рыбам, приходится смешивать кровь артериальную, богатую кислородом, и венозную. Частично смешивать. Это чем-то мне напоминает работу мотоциклетного двигателя, потому что в мотоциклетном двигателе, ну, он так упрощенно, наверное, устроен, и вот это такты работы, что происходит частичное смешивание значит, бензина, с выхлопными газами и при этом часть выхлопных газов попадает опять значит в в, в цилиндр мотоциклетного двигателя на фазе значит в, в, на фазе рабочего хода а часть на э, бензина вылетает в выхлопную трубу вот специфический запах мотоцикла связан как раз вот с этим характером работы ну собственно это повторяет принципы работы сердца Сердце вот такого вот многокамерного с, много, с многократными системами кровообращения. Да, Кстати говоря, тут нам попались в руки иглокожие, на глаза попались. Не могу молчать. У, игло, у, у иглокожих, по сути дела, крово, системы кровообращения это нет. У них, однако, есть циркуляция э, жидкости. Есть циркуляция жидкости, связанная с подачей давления вот в эти вот в рабочие органы, да? То есть заменяется, заменяется мышечная ткань, да? заменяется подачей гидравлического давления. То есть, ну, знаете, как вот шланг, если в него он становится упругим, да, подать большое давление, он начинает распрямляться. Так и здесь, такая же здесь система имеет место быть. Вот эта вот труба такая, покрытая изнутри панцирем, такая панцирная труба, значит, в ней подается давление, не дай бог она, значит, чтобы не раздулась, вот она, смотрите, любуйтесь, покрыта панцирем, вот. И вот система этого снабжения, вот они, вот она, труба, где подается давление, это вот орган, который давление создает. Здесь, кстати говоря, просто-напросто, так сказать, морская вода. Вот ни, никакая не ни гемолимфа, просто морская вода в чистом виде. Вот. И пять лучей. Пять лучей, 5 лучей, и вот по ним подается давление. Вот она кольцевая вот такая вот система, это вокруг рта. Рот это главный орган, значит, у иглокожих, то, чем они едят. Вот. И вот, соответственно, вот от ответвление, ответвление, там давление подается в каждый отдельный орган, очень напоминает это такую-то систему гидравлических захватов, зажимов каких-то вот на, на сложном устройстве, то ли на станке, то ли на каком то тракторе, там вот на прицепном, прицепной какой-нибудь механизм на сельскохозяйственном тракторе. Вот видите, очень похожая такая идея была реализована. И, насколько я понимаю, как-то вот в других классах организма, до, организмов достойного продолжения эта идея не нашла. А идея была хорошая, правда, использовать практически внешнюю среду, воду, да, она не смешивается с организмом. Она вот снаружи. Да? А у нас такого вот нет нигде больше в живой природе. Только и это освоили такую технику. Так. Ну, сейчас я хочу вам показать наших ближайших уже, значит, соседей по эволюционной лестнице. Вот, вот они круглоротые, с их сердцем спрятанным. Внутри черепа, да, вот они, вот их сердце, вот оно рыбье сердце, знаете такое выражение, рыбья кровь, да, ну такое вот немножко уничижительное, такая холодная рыбья кровь, вот оно сердечко. Это два, вот они два входа. Это значит существо, это рыбка имеет, значит, пару. Жа жабр или жабер я уж не знаю как правильно склонять вот от них сюда подходит кровь и э, почти как у, у, у насекомого э, цепочка передающая вперед давление да? видите есть э, клапаны закрывающиеся то есть давление передается толчками из каждой вот, э, камеры в следующую камеру ну вообще есть такое слово желудочек сердца да? но я как то не очень его люблю чтобы не перепутать мы ведь в муте разбираемся чтобы не перепутать с настоящим желудком да? желудочек ну, камера камера так уж эти названия часто возникли исторически когда анатомию европейцы изучали когда как то удалось им преодолеть психологический барьер и религиозные общественные запреты на вскрытие значит, людей да? Вот от тогда появились такие, вот, такие термины желудочек почему то до этого не догадывались люди изучать анатомию на крупном рогатом скоте. Крупный рогатый скот забивался, за, разделывался, употреблялся в пищу. Но это и понятно почему. Мы-то мы их упрекаем не совсем правильно. Не ясно было изначально, что млекопитающие очень похоже устроены на человека. Это, в этом надо было еще убедиться. Наука средневековая она выделяла человека из общего, так сказать, круга организмов живых, это вот венец творения, богом избранный вид, так сказать, вот так вот, вот так вот. Сейчас я вам хочу у кровоснабжения рыб показать. Да, это вот сердце рыбы. Да, вот это достаточно уже сложное сердце рыбы. Вот тут вот собирается в предсердии кровь и через желудочки подается вперед. А здесь вот такой вот клапан, какой-то такой много-много, э, как сказать-то, много-много клапанный, что ли, да, вот этот вот такой вот отсек. Видите, вот он так перемыкает кровь. Очень так технично, технологично устроено сердце э, рыбы. Это, кстати, сердце хрящевой рыбы. Сердце костистой рыбы почти такое же. Вот отличие незначительное, что называется. Это было сердце хрящевой рыбы, акулы. Вот. А у нас, у всех, остался такой... Вот видно, что конструкцию постепенно переделывали. А круг кровообращения у рыб был связан с жаберными дугами. Вот через жабры проходил. Вот они, жаберные дуги рыбьи. рыбьи. У земноводных... Жабры сохранялись в, в той стадии развития, когда земноводный головастиком является. То есть она тогда еще была рыбкой. При переходе к легочному дыханию, жабры вроде как уже не нужны, но круг этого кровообращения остается. И он значит, приспосабливается под другие цели. И вот эта вот медленная пере, переделка э, системы кровообращения от рыбы до человека, она, в общем-то говоря, прослеживается. Это вот... Хороший аргумент э, в пользу эволюционной теории, между прочим, вот так вот конструктивно видно было, что это вот постепенно конструктор совершенствует. А что значит постепенно? Это он не может сразу все сломать и построить заново. То есть он на старый на старое организм э, значит, новые технические решения приспосабливает достаточно активно. Но в основном, а система кровообращения такая очень принципиальная, основная система кровообращения, если резко изменить ее конструкцию, то это будет выглядеть как порог системы кровообращения, правда? И вот это вот самая такая вот атовистичная система. Скелет у нас совсем другой, чем у рыб, да, сильно изменился. А вот система кровообращения, вот например, я это так вот голословно без картинок говорю, да, но ну, вот вы, вы мне поверьте, вы мне поверьте, это очень сильно прослеживается знающие систему кровообращения люди, хорошо разбирающиеся, тут прослеживают. Я не буду рассказывать вам про отличие сердца млекопитающего от сердца присмыкающегося земноводного. Вот отделаюсь такими общими словами, что есть люди, которые это, это хорошо знают, и есть книги, где хорошо это описано. За 45 минут это все рассказать просто невозможно. А хочу только рассказать вам про прогресс системы кровообращения. Вот он как идет, начиная с появления тетрапод. Тетраподы – это четвероногие существа с четырьмя конечностями. Значит, первыми такими были земноводные. Земноводные, то, что сейчас называют черепахами, присмыкающиеся. Вот. Но ну, среди них появлялись существа бесконечности. Вот, например, змеи, вот. Это вот одно из произведений природы, которые возникли в результате развития четвероногих тетрапод. У них сохранились там редуцированные конечности некие. То же самое можно говорить про китообразных. Тоже попали значит, четвероногие, вот в водную стихию вернулись, очень удачно приспособились с помощью своих конечностей четырех. Где срослись они, где видоизменились. Вот так вот. Вот, Но ну это мы, тетраподы. Так вот, у тетрапод постепенно, очень важно, шло развитие кровеносной системы. Без ее совершенствования было бы невозможно четвероногим достичь тех высот, которые они достигли. Я вам говорил, что четвероногие, говорят, сейчас осваивают уже околоземное космическое пространство. Тетраподы, вернее. То есть люди уже живут на космических станциях практически постоянно. Вот это вот такое высшее достижение тетраподов. А Все было основано на кровеносной системе. Чем интенсивнее значит, обмен веществ, тем более совершенным можно считать э, организм. Тем больше он может производить работы, тем активнее убегать от э, преследователей, э, тем активнее на настигать свою добычу, цель. Тем больше у него времени есть для свободного размышления, то есть для строительства науки, на общества, цивилизации, в конце концов, той же самой космической станции. Вот постепенно шло нарастание, постепенно шло совершенствование, давление. Вот сейчас оно достигло уже у нас, зашкаливает за 100, за 100 миллиметров ртутного столба. Это вот наше достижение, вот это вот положительное достижение. Но те, у кого давление форсированное, лица с повышенным давлением, ну вот, вот, это вот пример форсированного давления, 250 на 120 это вот такие вот давления бывают у людей я отвечаю за это дело у конкретных пациентов. Ну, тяжело себя чувствовать, но работают, функционируют, занимают активную жизненную позицию. Как правило, это люди, как раз занимающие активную жизненную позицию, люди с повышенным давлением. Если это повышенное давление не связано с какими-то заболеваниями там сосудов почек, например. Да? Потому что система выведения шлаков из организма тоже начинает плохо работать если давление пониженное низкая почечная недостаточность есть такое слово да? вот, по каким то причинам плохо работают почки организм повышает давление ну вот это вот плохо во всех остальных случаях человек не может сидеть тихо он работает он куда то рвется что то он хочет делать то ли в огороде копаться то ли политической борьбой заниматься, то ли книжки писать, вот что-то то ли заводом руководить, и у него вот это вот повышенное давление. То есть по по повышение давления это как раз, э, можно сказать, некий индекс, характеризующий э, вид, данный вид э, живых существ вот, с положительной стороны, с пол со стороны их активности. Ну а внутри вида, то есть лица с повышенным давлением, это наоборот самые активные люди. Да? Вы замечали, что многие, так сказать, наши современники, которые такие вот важные, важные места в нашем обществе занимают, страдают от повышенного давления. Вот это вот связано, в частности, вот и с этим, с ускоренным темпом работы организма. Ну, пожалуй, я все сказал. воспел кровеносную систему, как сумел. Намекнул вам про то, что у нас существует еще лимфатическая система. Лимфатическая система, кстати говоря, вот вы знаете, лимфатические узлы. Говорит, а, у тебя что-то увеличены лимфатические узлы. Берет мама своего ребенка и щупает у него здесь вот за ушами лимфатические узлы. Здесь не только за ушами, там в подмышках, в пахах. Это такие места, где собирается много лимфатических каналов. И вот эти вот лимфатические узлы, когда человек, ну в данном случае ребенок, да, болен или перенес какую-то инфекцию, они начинают засоряться продуктами шлаками вот этими, да, это, это еще одно место, это как будто канализация за, засорилась. Вот эти вот бывают, значит, воспаления лимфатических узлов, как раз с этим связаны, потому что бросается на помощь этим лимфатическим узлам кровеносная система. Через капилляры пытаются убрать оттуда лишние вот эти вот вещества. Там начинается, бывает, воспалительный процесс, то есть по капиллярам приходят туда э, лимфоциты, которые борются с воспалением. Вот, вот так вот, всякой инфекцией. Ну, извините меня, если что-то было непонятно. Всего доброго вам, до свидания.